Попыталась дать на границе взятку и в итоге вообще не смогла ее пересечь. Сотрудники гомельской таможни вызвали на гражданку Украины наряд милиции за попытку скомпрометировать инспекторов. Женщина не задекларировала товар и в момент процедуры таможенного контроля решила пойти ва-банк. Вложила в паспорт $20 и отдала документ для проверки сотруднику таможни. В итоге ее задержали. Возбуждено уголовное дело.